Вот выходишь ты на дорогу, хочешь ее перейти, и чмо какое-то тебя сбивает. У тебя вроде как 34. Борись. Не, ни одной C4. Я когда звезды получил, у меня было 30 молотовых. Сейчас я вступаю в клуб. Сейчас я собираю по 2, по 3. Вступил. Отлично. Разработки у тебя сами собой идут. Какие разработки? Примочек для оружия. Без пополнения припасов? Ну почему у тебя пополам разработка, пополам деньги? Ты как тошнотошный заводишь сырье. Ну поехали, хотя у меня такой же есть. Блять, что это было? А зачем ты на чем? На чем я подпрыгнул? Я подпрыгнул и дальше уже как в воздухе-то управлять? Никак. Вот я в камень и влетел. Ладно, я с вами пойду. Короче. В воздухе управлять? Ну, когда ты подпрыгнул, как можно? Я подпрыгнул и лечу в камень. Дальше-то что делать? Да ничего, молиться только, что не сдохнешь. А, ну, разве что ты можешь развернуться? Если развернуться. Дэн, когда ты на трамплине прыгаешь в сторону стены, что ты можешь сделать? Попытаться повернуться к стене двумя колесами, чтобы не врезаться и упасть. Окей, а когда у тебя есть меньше четверти секунды? Ничего. Вот именно. Чего ты выебываешься тогда? Ты как-то целенаправленно. Да нифига не целенаправленно, я жал вправо, и тут подпрыгнул, и а дальше что вправо? Какое вправо? Я... Блять, на чем ты едешь? На штуке помедленнее. Да остановись, твою мать! Я на дорогу выехал всего лишь. Чё ты? Что на, зацени. Подожди, я же видел эту мотоцикл. Ну я его немножко переделал. По мне так стало пизже. Выглядит прикольно. Да. И все. К сожалению. Бать, он не поворотливый. В сравнении с чем? С клиффхангером, на котором я только что ехал. Это не стыд, а? Давай еще баги будем сравнивать с, я не знаю, с лимузином. Говоришь, он не поворотливый. Лимузин, то есть. Всем при этом ты отрываешься. Не, не топлю, ты отрываешься. А чем мы едем? Пиздить танк, понял. Кого пиздить? Танк. Да ладно. Я думаю, задания эти знаю. Верь мне. Что я делаю, блядь? Стой нахуй! Перегрузка только что в наушниках была. А, нет. А, да. Мы должны его спиздить или отпиздить? Спиздить. Нет, длинные тени. Обычно я вас гандошиваю на вертолете. Но у нашего мотоциклетного товарища нет денег на вертолет. Больше скажу.
Не, на машину денег нет. Ну, видимо, тебе в GTA не так интересно. Сам поедешь? Мне кататься. На чем, на танке? Да. Приезжай. Просто можно. Я чё против, что ли? Играл бы ты в GTA как в контру? Я и в контру-то немного играю. Управление с рандомами. Там, конечно, пиздец, но накопить можно. Я в контру играю один, точно так же, как и в GTA. Хернёй страдаешь, нихуя не зарабатывая. Ну, я вот пострадал. Ты страдал с пользой, а я обычно, если играю, то я страдаю без пользы. Просто что-нибудь. Без пользы. Точно так же и в контре. Если я один играю, я нихуя так. Я захожу на паблик, где мы стреляемся по полдня, если не весь день. Гряду, и это бесполезно. То есть ничего я не зарабатываю. Ни звания, ни очков, ничего. Я играю там на интерес. Запомни этот танк и этот день. Завтра еще будет руиной. А. Завтра будет поиски танк с рейлганом. Будет собирать все и все. Ну, за Пейган Мина, например. А то всю сюжетку думаешь, что ты мудак. Хотя, он сам и говорит, что ты мудак. Ты дебил. Ну, дебил он говорил солдату. Но в одном из радио, в одной из радиосвязей он говорит: Аджай, ты у нас какой-то мудачок. При этом, что вариантов прекратить заниматься хуйнёй и вернуться туда, куда надо, нет. Я не проходил, я начинал играть, но так как игра мне сильно лагала и, в принципе, геймплей мне не очень привлёк, потому что он очень скучный. Я не знаю сюжетки. Всегда я можно в курсе, пройти на ютубе. Я в курсе, что... Да, блядь, я даже на ютубе такого интересно, понимаешь? Ну, настолько эта игра, такой кал, что, ну, мне не было это интересно. Я ж тебе, по-моему, рассказывал. Я поставил две. Третий и четвертый. Завел третий. Смылся с тюрьмы, там пристрелили брата. Ну, короче, прошел пролог. Вот эту я проходил. Третий. Ну. Вот, думаю. Дай четвертый спущу, посмотрю. Запустил. С самого начала мне этот графоний так привлек, что дай-ка я пройду, оно прям приятно глазу. А так какой-то мальноватый немножко, ну... Графоний. Графоний. Ясно. Нечем разговаривать. А поменялось-то что от игры? То есть? Ну, если вычислить такое... Вычленить такую штуку, как графоуни. Что остается? Half-Life 2. Чего, блядь? Это, блядь, та же игра, что и третья.
Все говорили, это будет Skyrim с пушками. Хотя по итоге получилось, что Fallout 4 без Skyrim с пушками. Хотя горы присутствуют только в Far Cry 4. То есть все время, пока я проходил Far Cry 4, я думал, блядь, почему я должен проходить за этих мудаков? Где кнопка взорвать и купить, еще что-нибудь сделать? Просто уронил. Даже не убил. Такой тунк! В шлем. Как стоял на месте, так упал. Ну все, полное сырье. Полная? Полная. Интересно. Без... Right. Блять, я зашел случайно. Что у тебя нет? У меня есть только... Блядь, оборудование это нет. Оборудование у меня нет. И охраны у меня нет. Значит, что у меня есть? Персонал. А, не. Оборудование у меня есть. Персонала у меня нет. Вспомнил точно. Ну, персонал это дешево. Ну, естественно. Персонал, ты сейчас развести что-нибудь и можешь, в принципе, его взять. Ты меня фары разъебал. Чего? И они опять лопнули, скажешь. А, нет, разъебал. Эй, забыл, как я охуенно его покрасил. Он одноместный. Ну как бы не беда. Будет очень кататься. Спасибо. В смысле вызовите, извините? Вызови что-нибудь, заказать управление, задание, испытание, расформировать. В смысле вызови что-нибудь? Или своего? Да. А? Блядь, я его заебись вообще, переделал. Оставь нас на 5 минут. На, попробуй. Че у тебя там? Где? Сейчас приедет. Ты же с мотоклуба. А, это. А мотоцикл чё нахуй? Плохой старт с места. Закрой. И ну. Подпись Чувани в комментариях. Почему они держат глушители без пушек? Блять, что ты делаешь? Мы так в реку улетим. Не улетим, я знаю, что делаю. Не, я ты уже дважды, блядь, пытался продрифтовать и въебался сначала в забор, а сейчас, так как забор отсутствует, ничего я не пытался. Улетел на берег. Единственное, что я пытался, это топать. Все остальное я не пытался. Оказывается, не сбиваешься. Чё тут? Ноль-ноль. Вообще всё ноль.
Работают, однако. So. Как? Весело. Не факт, что мы вообще сегодня доедем куда-то. А, во, спасибо. Привет. Двинься. Ездил бы ты так на мотоцикле.